Немного времени осталось для того, чтобы поучаствовать в Олимпиаде «Многовековая Югра». Ответить на вопросы на платформе «Учи.ру» можно до 5 декабря. Более 300 тысяч российских школьников уже воспользовались такой возможностью, сообщается на сайте правительства Югры. Задания Олимпиады подготовлены экспертами-краеведами. Это интересные исторические, географические факты, традиция, культура коренных малочисленных народов Севера. Победителями интеллектуального состязания станут те, кто правильно ответит на все вопросы и затратит на это меньше времени. В качестве призов ребята получат гаджеты для обучения. Всем участникам Олимпиады полагаются электронные грамоты или сертификаты. Итоги подведут 10 декабря, в день рождения Югры.